не будем прощаться, потому что вернемся домой. А пока куда хочет, пусть везет по России конвой. Мы не будем прощаться и вернемся ни поздно, ни рано. И как прежде с улыбкой скажем: здравствуй же, мама. Пойду я с Господом, пойду по сонным лагерям. Пойду я с Господом, пойду, темница не страшна. Пойду я с Господом, пойду, не стынет в жилах кровь. Пока жива моя душа, стихом рождаться вновь. Мы свой срок отсидим и отнимем от жизни года. А пока нашим домом будет ветер, Сибирь и тайга, 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 тайга. По делянкам пойдем, ведь кому-то здесь надо идти. Чтоб про это писать, нужно крест свой и здесь пронести. Пойду я с Господом, пойду по сонным лагерям. Пойду я с Господом, пойду, темница не страшна. Пойду я с Господом, пойду, не стынет в жилах кровь. Пока жива моя душа, стихом рождаться вновь. А когда мы придем, то, конечно, расскажем в стихах про судьбу человека в далеких таежных краях. Как травили собак, как пытались сломать нас в ШИЗО. Мы про это поем, значит, время и наше пришло. Пойду я с Господом, пойду по сонным лагерям. Пойду я с Господом, пойду, темница не страшна. Пойду я с Господом, пойду, не стынет в жилах кровь. Пока жива моя душа, стихом рождаться вновь.